Ну что, начну видео записывать с того, что все-таки мои находки оказались античными, и это примерно 8-10 век. Предположения у людей были разные, люди писали в интернете, кто-то говорит, типа, мол, да, это что-то там современное, мол, люди купили на набережной, принесли здесь, разбили, короче. Кто-то говорит, это цветочные горшки. Кто-то, никогда не знает, как это объяснить, говорит, типа, мол, ну, это татарская посуда. Но профессионалы сказали, что все-таки это амфоры, действительно. Вот. Также мне написали, говоря, что, мол, я нарушил закон, выкопав эти осколки. Но скажу вам так, что та территория, где я это выкопал, она уже продана, и здесь со дня на день будет строить дом. Поэтому, в принципе, с одной стороны, как бы я спас эти осколки, потому что так бы их экскаватором сгребли, и куда их вывезли, неизвестно. Вот. А в 60-х годах здесь проводили раскопки, и тут была, видимо, какая-то полянка, на которой вот было очень много вот этой керамики. Скорее всего, здесь была гончарная мастерская, и рядом, конечно, было какое-то поселение. Но видите, все уничтожено тракторами на мелкие осколки. Поэтому, господа археологи, не надо мне рассказывать, что я нарушил закон по поводу того, что я выкопал здесь что-то.